Всем привет, дорогие друзья, из волшебного Афьона. Мы находимся в нашей деревне, и в этом видео я покажу вам просто потрясающее место, частный дом, а также одновременно бутик-отель, в котором могут остановиться все желающие. Мы приехали вечером, сейчас 8 часов утра, невероятно сказочная, потрясающая атмосфера, потому что это место находится в самом сердце Фригийской долины. И сейчас нас ждет потрясающий ужин у камина. Сама гостиница расположена с этой стороны. Здесь также расположена терраса и кухня. Ну и поскольку в Афьоне уже прохладно, то сейчас всех гостей принимают вот в этом домике. Здесь горит камин. И сейчас на ужин сюда приехали люди из разных городов, а также из самого Афьона. Такое вот здесь красивое место. Стоят столы, горит камин, играет живая музыка. И совсем скоро здесь нам будут подавать настоящие кёфты. Наш ужин готов. Сегодня мы заказали кёфте, но можно также выбрать суджук, мясо, курицу или кёфте. Посмотрите, какое красивое оформление. Айхан. Yes. Sen köfte çok seversin. Aynen. Benim favorilerim İskender, köfte ve biftek. Patates de seviyorum. Еще можно заказать айран, кофе, воду, в общем, все что угодно. И посмотрите, в каком красивом месте мы находимся с видом на камин. Еще здесь звучит живая музыка. Всем приятного аппетита, кто кушает. Мы тоже очень проголодались, потому что сейчас в начале сентября, знаете, сколько градусов на улице? Всего 18 градусов. Посмотрите, я сижу в куртке и в джинсовой куртке, в футболке. В общем, свежесть на улице невероятная. И вся еда, которая здесь готовится, готовится из домашних продуктов. В общем, не буду говорить, буду скорее кушать. Можете сюда приехать как на один вечер, так и на несколько дней. Мы приехали на 2 дня, точнее, решили остановиться здесь и провести 2 дня, чтобы показать вам и днем, и вечером, и завтрак, и обед, и ужин. В общем, все-все полностью. Поэтому я думаю, что если вы сюда тоже приедете, вам очень понравится, потому что здесь невероятная атмосфера. Вот такой вот потрясающий ужин у нас был, друзья. Здесь терраса, на которой мы будем завтра завтракать. А сейчас я проведу вам экскурсию по гостинице. Как я уже сказала, здесь терраса. Здесь открывается потрясающий вид днем на всю деревню, на зеленую поляну, на горы. И здесь сам вход в гостиницу. Здесь, кстати, есть много классных комнат, где можно посидеть, отдохнуть. И эти все комнаты сделаны в турецком стиле. Посмотрите, какая красота! Просто здорово! Этот дом построен из натурального камня и дерева. И сделан, как я уже сказала, в традиционном турецком стиле. Здесь кухня, здесь ресепшн, а здесь уже лесенка, которая ведет на 2-й и на 3-й этаж, где расположены комнаты.
Комнат здесь 15. Есть комнаты с большой двухспальной кроватью, а есть комнаты с односпальными кроватями, односпальными местами. Как я уже сказала, все здесь сделано из натуральных материалов, дерева, натуральный камень. И сейчас покажу вам нашу комнату. Это комната, как раз большая комната с двухспальной кроватью. Вот так вот выглядит наша комната. Все здесь также сделано своими руками. Даже вот эта вот потрясающая лампа. Вид из окна мы увидим завтра. Даже кровать, вот эти вот столики. Это все ручная работа. Ну и, конечно же, здесь есть современный душ, туалет, раковина. В общем, все, что вам необходимо для полноценного отдыха. Можно отдыхать, наслаждаться красотой жизни в деревне и вот этой вот невероятной атмосферой. Посмотрите, какая красота. Настоящий деревенский дом. Всем, кто собирается спать, желаю спокойной ночи. Мы тоже очень устали, уже около 12 часов ночи. Сейчас будем отдыхать, ложиться спать. В общем, завтра покажу вам всю красоту при дневном свете. А посмотреть и насладиться здесь, конечно, есть чем. В общем, всем желаю спокойной ночи, кто ложится спать, ну или хорошего дня. Друзья, наступило утро, ну точнее уже день. Ох, мы потрясающе отдохнули. Посмотрите, какая здесь красота. Сейчас у нас будет поздний завтрак. Ой, воздух, запах этого дома, это просто невероятно. И вот эти вот красоты Фригийской долины. В общем, сейчас идем на завтрак. Здесь на завтрак делают гёзлеме с картошкой, с чечевицей. Также делают бюкме. Это такие, ну, можно назвать блинчики с начинкой, также чечевицей или картофелем. Ну и, конечно же, о деревенском завтраке здесь, смотрите, по ссылке в описании я снимала подробно. Сейчас у нас завтрак будет немножко другой, потому что мы, ну, не очень сильно голодные. Вот, а приехать сюда можно как на один день на завтрак, многие так делают. Сегодня воскресенье, и многие из ближайших районов приезжают на завтрак. Ну а если вы остановитесь здесь, конечно же, каждый день вам предложат вкуснейший завтрак, ингредиенты которого здесь выращиваются. Молоко, сыр, чечевица, картофель, все собственное, кроме оливок и чая. Ну, сами понимаете, почему, потому что в Афьоне оливки не растут, но чай, естественно, тоже покупной. Как я уже сказала, на завтрак подают пиде, и Дуду Тейзе делает здесь пиде с картофелем. Башка из панаклмы, олуйо? Пататесли. Из панаклы олур. Пейнер олур. Кашарлы сучуклы япарыз. Кыймалы япарыз. А, можно с сыром, можно с мясом, можно с шпинатом, можно с картофелем. Я обожаю с картофелем, поэтому мне делают с картофелем. Я зовут мы, кенди отларымыз. Бурда yetişen otlar kuruyoruz. Biz ıspanak kullanmayız. Ama mevsim geçti, şimdi o ot olmadığı için peynir, patates, kaşar, sucuk onlarla yapıyoruz. Все делают, как я уже тоже вам сказала, из того, что выращивают сами. И мука тоже своя, потому что пшеницу выращивают тоже здесь, молят ее и делают пиде. Тесто замешивают вот в таком вот корыте. Это корыто досталось ей от свекрови. Замешивают
тесто, потому что пластик, от пластика тесто перенимает запах, а от дерева запаха нет. Сами раскатывают, и вот такие вот шикарные пиде получаются. Вот так вот раскатывают тесто. Вот так гобекки. Он гобекки я пью. И это будет блюдо, которое называется гёбекли. Это тоже похоже на пиде, но в большом подносе тесто с картофелем или другими ингредиентами. В общем, неважно как, но это все очень-очень вкусно. Вот мое пиде с пылу, с жару. И сейчас с чаем я буду завтракать. Всем приятного аппетита! Вчера вечером я вам показывала эту террасу, а вот так вот она выглядит днем. Сейчас с вами спустимся вниз. Народ уже позавтракал. Мы пришли достаточно поздно. Кстати, здесь есть очень классная собачка, спаниель, и много котов и кошек иранской породы. Покажу вам их чуть позже. Ну а завтракать можно здесь на поляне, вот там вот наверху в домике. Здесь вот в этом доме вчера был камин. Сейчас покажу вам, как это выглядит днем. Днем выглядит это помещение вот так. Здесь тоже можно завтракать. И, друзья, днем температура очень комфортная, классная. Вечером было прохладно. А сейчас просто супер. Посмотрите, какая красота. Можно завтракать здесь. Можно завтракать наверху на террасе. Вот Айхан. Айхан, насылсын? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Göze mi yiyeceksin? Ha. Aa, sen kaplumbağa görmek istiyor musun? İstiyorum. Küçük. Gel. Так, сейчас Айхан покажет нам. Merhaba, günaydın. Günaydın. Сейчас Айхан покажет нам маленьких черепашек. В общем, черепаха куда-то убежала. И собака тоже прячется. Знаете почему? Потому что у нее были щенки, 3 щенка. И щенки выросли, их раздали. И она обиделась из-за того, что щенков отдали. В общем, как найду ее, покажу вам. Но она точно где-то здесь. Нет ничего вкуснее, друзья, чем пиде. Гёзлеме. Нет ничего вкуснее, друзья, чем гёзлеме с картофелем на завтрак. Да, у меня сегодня такой завтрак, потому что, как я уже сказала, мы не проголодались. Но вы можете, когда приедете сюда, заказать настоящий турецкий завтрак с оливками, с различными гёзлеме, с яичницей, с суджуком. В общем, удовольствие просто невероятное. Сейчас уже около часу дня, и на поздний завтрак приехало очень много народу из близлежащих городов, чтобы насладиться вот этой вот атмосферой, которую я вам и показывала раньше. Приезжают, конечно же, в особенности на гёзлеме, на катмер и на бюкме. Смотрите в описании к этому видео, что это такое. Это очень-очень вкусно. Вот такая вот здесь потрясающая атмосфера. Сюда, кстати, можно приезжать и на празднование дней рождения, свадеб, на какие-то романтические вечера. Например, вчера была пара, которая проводила здесь романтический вечер. В общем, вот такая вот потрясающая здесь атмосфера и свежий воздух, и отсюда открывается супер вид на всю деревню, на горы, черепичные крыши. Ой, даже уезжать не хочется. К
Как я уже говорила, для того, чтобы попасть сюда, обязательно смотрите в описании к этому видео контакты и пишите, вас проконсультируют по ценам, по тому, что здесь подают на обед, завтрак и ужин, как можно сюда добраться. Добраться, друзья, скажу сразу, сюда можно либо с туром, либо на своем транспорте, либо на автобусе. Но на автобусе нужно ехать до Афьона, до автовокзала в Афьоне, далее пересаживаться на местный небольшой автобус, который идет в пригород до Ихсане, и дальше из Ихсане отельный трансфер, отельный сервис вас заберет, потому что в деревню нет прямого автобуса. Можно доехать на такси или на своем автомобиле. В общем, три варианта. Тур на своей машине, либо на общественном транспорте, далее на такси или на трансфере от отеля. Отель тоже предоставляет такую услугу. В общем, я надеюсь, что мы с вами здесь увидимся, и вы не только проведете потрясающее время, но и изучите все эти невероятные окрестности. Можно приезжать как на несколько дней, так на неделю. И помимо того, что вы можете остановиться здесь в отеле, здесь рядом находится очень много термальных источников, настоящие турецкие хамамы. Ну, в общем, есть места для трекинга, можно гулять по Фригийской долине. В общем, вариантов очень много. Смотрите в описании к этому видео все ссылки. Ссылку на сайт с описанием отеля, с тем, как добраться, какие программы здесь есть. И самое главное, чем здесь можно заняться. Очень много людей сегодня приехало, воскресенье утро. Все приехали на завтрак. Ну а я, друзья, с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте заходить на ссылки в описании и бронировать туры, отели и билеты в Турцию со скидкой. Заходите на сайт нашей компании. Будем рады с вами работать. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.